Но перед началом ролика я хочу вам рассказать про сайт по продаже робоксов Robux 500. Тут вы всегда можете купить робоксы по низким ценам. Выдача осуществляется через группу. Я проверял, все четко. А также у них проходят различные конкурсы и акции. Пользуйтесь, все ссылки будут в описании. Друзья, всем здорово, с вами как всегда Бамбукл, Медведька Панда, добро пожаловать ко мне в гости. Roblox Shindo Life, Наруто в Роблоксе. Офигеть, а у нас здесь оказывается вышла обновка, разработчик обещал на неделе. Вот она на неделе вышла, но мы все ждали ближе к выходным. А обнова, ребята, уже в понедельник, уже здесь на серваке. Все, что он обещал, все наводил. Поэтому сейчас все будем с вами смотреть. У нас здесь новая деревня, у нас тут там новенький Bloodline какой-то. Там новые бутылки должны быть, новый босс там и так далее. Ну что, ребята, усаживаемся поудобнее. Если вы вдруг не подписаны на мой канал, обязательно прямо сейчас подписываемся на канал, жмякаем колокольчик. Ну и влепите царский сочный бамбуковый лайкос. А иначе, что правильно, иначе попадос. Ладно, не будем уже томить, ребят. Всем приятного просмотра. Погнали все смотреть, что же у нас там новенького. Блин, давайте, наверное, с чего начнем. Давайте с новой деревни. Блин, должна быть новая деревня. Где новая деревня Shindo Life? В самом низу, наверное. Во! Смотрите, деревня называется Джеджунес. Ну, типа, как дюна. А чуметь, давайте забегаем. Так, сразу же на приватку. И сразу у вас там будет код, ребята. А то кто-нибудь спросит, там, дай код, ребята, на приват. Тот сейчас самый шустрый, ребята. Кто самый глазастый, тот и увидит, да. Так, также, ребят, пока у нас там грузится, два новых кода, ребята. Они единственные, которые сейчас активнее. Это Тенса Сингоку и Тенсен. Сколько они дают, ребят, без понятия. Напишите там в комментариях, поскольку там спинов, потому что у меня фул. Ну, я, наверное, потом пойду крутить, что-то это дело выбивать. Только вот эти два кода, ребята. Все остальные коды уже не активны. Кто успел, тот вел. Блин, на предыдущий код был на 200 спинов, а я его, кстати, не заюзал. Ну да ладно, бог с ним. Так, короче, сейчас смотрим с вами новую деревню. Я не знаю. Кстати, там Сингоку вроде бы у нас должны были переработать. И снимать ли мне новый видос на Сингоку? Наверное, надо будет снова снять. Я не помню, у меня что-то видос был с этими, нет? Со скиллами там, со всем дамагом, либо нет. Блин, что так долго грузится-то? Это, наверное, опять 5 симулятор X там у нас все играют и все лагает у нас. Вау, ребят, смотрите, как клево тут все сделано. Not bad. Так, випку видите? DM. О, большая GY5. Так, вырубаем. Обалдеть. Давайте глянем, как у нас здесь. Это где я? Я первый раз, ребят, в этой деревне. Первый раз в первый класс. Ну-ка наверх. Ну-ка наверх, медведь. Ну-ка еще наверх. Так, знаете что? Давайте-ка мы сделаем вот так вот. Давайте мы поставим 10-хвостого и врубим, наверное, полет. Будет гораздо проще, да? Блин, но выглядит прикольно. Смотрите, голубое небо. Такие у нас здесь строения. Какие-то мобы только голые бегают. Мобов хоть одели бы. Опять что-то лагается. Я валяюсь. А, Roblox, такой Roblox у нас. Team Toilet Spirit. Ну что, куда летим, ребят? Давайте, с высоты птичьего полета. Е-е-е, красотули. Так, хочу вот сюда. Аккуратно. Блин. Сейчас, наверное, упаду. Нет, попал. Почти попал, да? Хлобысь. Во! Красота, ребят! Смотрите, новая деревня. Е-е-е. Да, вот здесь по периметру у нас такие столбы. Ну, типа какие-то горы, да? Ну, кстати, она не особо-то и большая деревня. А мобы-то тут есть? Нет? Или тут только одна деревня? Хм. А свитки здесь спавнятся, не спавнятся? Столько вопросов, ребят, у меня. Ха-ха. Пока без понятия еще ничего не знаю. Блин, но красиво, да? Дайте мне хоть скринчик, что ли, хоть как-то сделать, ребят. Вот так вот можно жмякнуть. Хлобысь, готово. Ладно, побежали, ребят. Точнее, полетели, хлобысь, упали, да? Маленечко осмотримся. Ну, понятное дело, мобы, не мобы. А тут хавальник у нас есть. Вон у нас хавальник. Если тут есть какие-то свитки, ребят, напишите тоже в комментариях. Я когда там всю информацию уже соберу, я для вас сниму. Вон у нас есть хавальник. Он где-то наверху, что ли? Хавальник, 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 хавальник. Хм, интересно. Вот так вот получается забегаем. А где надпись? А где... Как-то голо. У нас же там надпись должна быть. Где этот... вывеска? Вывески нету. Пипец. Не одобряю. Так, вот у нас Колизей. Где у нас здесь будет ПВП-ха? Есть раз платформа, два платформа. Понятненько. Так, ладно. Погнали смотреть. Что у нас там нового? Где... Где третье поколение хвостатых?
Я негодую. Разраб, ну мы уже так долго ждем, ну хотя бы одного, ну хоть половинку, ну хоть четвертинку заведи. Короче, нету, ребят, третье поколение хвостатых Shindo Life мы так и не дождались. Так, здесь у нас, я уже не помню, здесь у нас, по-моему, ничего нету. Это у нас тут все старое, да? Это все старое, и это все старое. Вот здесь что-то должны были у нас завести. Смотрите, Great Narumaki Bridge, Great Spiriting... Spiraling Spirit Bomb, да, 1,50. Блин, я что-то тут вообще ничего не выбивал уже. Надо что-то заняться будет свитками. Барумаки. А, это с Барумаки падает. 3% шанс. Ёлы-палы, вот это будет долго, ребят. Шанс 3%. Вы что, прикалываетесь, что ли? А, бутылки же новые должны были завести. Бутылёшки. Ёлы-палы, 1,60 их выбивать. Вот новая деревня. Все, ребят, я ответил сам на свой вопрос. Вот у нас Village Jejunes. Jejunes. Короче, вторые дюны мы их будем называть. Бутылка раз. Бутылка два, 1,60. Они все 1,60. Вы что прикалываетесь? Рецепт риса. Plate of curry. Супер серум какой-то. Бутылка Heroes Water. Вода героев. Очуметь. Блин, они довольно-таки редкие, ребята. Так, время. 4.20. 2.25. Блин, все в разное время. 12.10. Что у нас там ближайшее? В 12.10 вот это попробовать поймать, да? Ладно, понятно. Так, компаньоны. Что-нибудь завезли у нас? Нет компаньонов. Почему у нас был четвертый ивент, а с него не падает ивент-компаньон? Тоже негодую. Капец, сейчас буду включать деда-пенсионера. И, кстати, у нас переехал ивент теперь, по ходу дела, вот сюда. Да, вот видите, ивент Кагоку вот сюда он переехал. Вверху теперь его нету. Теперь ивент у нас вот здесь, вот, да? Так, а что у меня там по спинам? Спинов у меня 1000, надо будет идти крутить. Ладно, погнали смотреть. Так, деревня, понятно. Погнали смотреть самый низ. Где там шо у нас? Так, Кагоку. Кагоку. Вот как раз, может, сейчас Кагоку и упадет, да, у нас? Так, Сенка Инферно. Одна? 200-я? Вы что, прикалываетесь, что ли? Это уже со скидкой. 50% 1,200, значит 1,400. Ну, это просто лимитка, ребята. Ну-ка, что у нас здесь? Здесь у нас Тенгоку и Сатори Рингоку. У меня это все есть, ребята. И что первый, что второй. Понятненько, да? Так, и что у нас? Может быть мне... А, у меня стоит уже Сенгоку. Глянем одним глазком, как у нас теперь выглядит Сенгоку. Так, походите, не суды. Вот суды. А, у меня МДХ кончилась, понятно. Понятно. Так, а помните еще какой-то Mortal Arts? А Firebending должны быть. А их, наверное, выбивать надо, да? Давайте, кстати, сразу глянем. Это где у нас? А, Кинджитсу. Тут у нас все старое. Mortal Arts. Я тут ничего не покупал, ребята. Jockey First. И Todd Flame Spirit, да? Можешь купить это, затестить, а? 25. Не знаю, ребят, если вам интересно, напишите в комментариях, я сниму видос, и мы это что-то дело, может, затестим, да? Может, что-то я забыл про это вообще уже. Боксинги там всякие. ММА. Так, ладно, я хотел глянуть, ребят, Сенгоку. Хлобыська. Смотрите, как первая стадия уже выглядит. Ну, блин, ну клево же, а. Скринчик опять. Мне еще нравится вот здесь какие-то вот эти вот. А, это что, ворота? А, это у нас типа забор вокруг города, наверное, да, вот такой. А здесь центральные ворота. Ну, типа, наверное, это вход, да, да, у нас тут дорога идет, все дела. А мобок что-то, по-моему, по ходу дела тут нет. Так, короче, ладно, первая стадия. Так, левая клавиша мыши. А где у нас хоть какие-нибудь пеньки? Хоть что-нибудь по кому-нибудь-то постучать не можно по башке? Пеньки, пеньки. Есть тут? Нет пеньки. Так, пеньков не нашел, зато нашел босса. О, ивент, ребят, смотрите, здесь какой-то босс, обалдеть. Нифига себе, первый раз. И что, где он там у нас? Здорово. Вау, он уже на второй стадии, погоди, а где у меня третья стадия-то есть тут? Нет. Погоди, погоди, я не был готов. Где у меня там компаньон? Может быть, а, и с него что-то должно падать по ходу дела, да, наверное, ребята? Да, с него, наверное, что-то должно падать.
Блин, ну конечно, я для теста надо было, наверное, что-то другое мелочи поставить, да? Ой, да что-то он какой-то слабенький, по-моему. Что-то мы уже половину практически сняли. Ой, он мне что-то, наверное, неплохо снимает. Так, а сколько у меня? Вторая, третья стадия. Как мне поставить? Скорее всего, у меня уровня не хватает. Сейчас, ребят, погодите, это у меня... Нифига себе слабенький. Это у меня у компаньона было ХП. Так, ладно, давайте мы сейчас, чтобы не ждать, все дело это я ускорю, быстренько его убиваем. Посмотрим, может быть, что-то с него еще и упадет, да? Так, ну что, маленечко крапуля остается. Блин, ну долго его довольно-таки бил. Короче, это босс как ивентовский, по ходу дела. А не обычный босс вот этих вот свитков. Хотя на вид обычный вроде бы как, да? Но пипец его... Это у меня получается второй или третий мод уже. Ну, то есть заканчивается у меня полностью мод, и я его бил. А, не знаю там сколько по времени ушло. Ну, дофигища, ребята. Минут 15, наверное, я его убивал. А, ну, либо 10, да? А так, давайте жмякаем, Ой, блин, капец, у меня главное, чтобы сейчас не вырубил. У него там крапалек остается. Братишка, ну там что ты, где? Давай, а то у меня сейчас уже и третья форма закончится. Так, блин, он меня сейчас вырубит, по ходу дела. У него хп уже вроде бы нету. Вроде бы уже нолик там. Но он что-то все равно сопротивляется, офигеть. Ну-ка, давай, вырубайся, братан. Что-то он какой-то дикий, по-моему. Так, я бутылку заюзал. Заюзал, ну что-то... А что у него? ХП нет, а он еще живой. А что так и должно быть? Я типа его убил, ребята. Или у него там осталось что-то по ХП? Э, братишка! Я его вообще можно убить? Нет? 2000 уровень? Так, а я там хилялся хотя бы? Нет, да, бутылку вроде бы заюзал. Блин, надо было все-таки отойти и захиляться. Но там струк вроде ХП нет у него. Думал это добить. Так, давайте, что мы тут сейчас, что-нибудь ему, ну, не знаю, один скилл. Ребят, я ни разу его, если честно, не убивал. Не знаю, что там у него. Давай уже помирай. Сингоку что-то я там проапал. Так, вроде бы убил. Так, убить-то я его убил. Что-то у меня там проапалось. А хоть что-нибудь с него там вывалилось, нет? Здесь с него самого ничего не вывалилось. Так, а где он был? Погодите, а где-то ж свиток был. Где его вызывать? Так, и сколько времени теперь у нас? 5 минут откат? Да, 5 минут. Так, ну, что с него валится? Я думаю, можно будет где-то вот здесь и посмотреть. Это у нас просто свитки. То есть это не с босса, ребята. Давайте глянем тогда еще разок вот здесь вот в обилках, да? Что там у нас новое было? Ну-ка, я там просто не заметил. Так, ну это старые свитки, нарумаки. Где-то у нас должен быть... так, грец, рарность 1,50. Это бридж у нас. Босс дроп. А, это с барумаки падает. Нет, это не с него. А что с него тогда падает? Босс дроп. Аполло собаку. Ну это понятно. Райан босс. Это с боссов он не падает. Только я не понял, что у нас снова босса падает. Ну, типа, ладно, да? Так, ну и что? По итогу мы имеем, ребята, 2 кода. Новая деревня. Новые техники. Вот здесь еще Mortal Arts. Да? Новые бутылки, кстати, которые надо будет попробовать нам повыбивать. Но что-то я там посмотрел на Википедии, они какие-то не особо-то и мощнявые. Если вот это у нас там сколько, 420 тысяч у меня. Ну вот это вот хорошо хиляет. Надо будет, короче, наверное, отдельно по бутылочкам, ребята, отснять видос, да? Угу, ивент у нас перенесли, бутылки, ну и получается все, да? А, ну и, конечно же, надо будет попробовать повыбивать новенький, ребят, Bloodline. Не знаю, тоже давайте половину, наверное, сольем, посмотрим, что нам там выпадет. Пипец. 1,400 там, да, у нас? 1,200, да, по-моему? Сколько там у нас было? Самый низ. Да, 1,200, значит, 1,400. Там что творишь? Давайте уберем этого компаньона. Короче, вот такая вот штука, ребята. Как будет больше еще информации, тут что, повыбиваю, ребят, снимем там обзор, все будет на канале. Ждите еще Сингоку, полностью мы затестим, да? Ну что, с вами был Бамбуковый Медведь, ребят. Всем удачи, всем жму лапы, всем пока-пока.